Необычная похоронная процессия в швейцарских Альпах. Сотни местных жителей, туристов и экоактивистов простились с ледником Пиццаль. В результате глобального потепления за последние 13 лет он уже потерял 80% своей площади. С 2017 года скорость таяния резко увеличилась. Мы уже не в состоянии спасти ледник, но он должен стать символом. Альпийские ледники исчезают. Мы не можем спасти этот, но есть и другие, большие и маленькие. Их можно сохранить, если принять меры по защите климата. Участники траурной церемонии почтили память Пиццаля и еще около 1000 растаявших швейцарских ледников минутой молчания.